После победы на Ролан-Гаро я нахожусь на подъеме. Это был незабываемый момент, когда я выиграла 4-й турнир Большого Шлема в своей карьере. Теперь я хочу успешно выступить и на Уимблдоне. Я люблю играть на травяных кортах, да и несколько дней тренировок показали, что я по-прежнему нахожусь на пике формы. На зеленой дорожке Маша блистала в изумительном белоснежном платье со шлейфом и в алых босоножках.